Перспективы развития Махачкалы обсудили под руководством Сергея Меликова. Столица Дагестана сегодня является крупнейшим городом Северокавказского федерального округа. Его население растет с каждым годом. Только за последние 10 лет численность населения выросла практически в 2 раза. По мнению руководителя региона, столь резкий рост населения свидетельствует о значительном экономическом потенциале города. На встрече Сергей Меликов выразил заинтересованность в решении всех имеющихся проблем совместно с руководством города и поручил мэру столицы не позднее 30 апреля представить план развития Махачкалы на 2021 и 2024 годы. Развитие города Махачкалы в 2021-2024 году. Это план градоначальника, где он предусматривает в том числе и разработку СТП, и разработку мастер-плана, и разработку других документов, но параллельно с этим развитие города по тем вещам, о которых я сказал. Среди проводимой работы обозначена была и масштабная работа по строительству духовно-просветительского центра имени пророка Иссы. Сергей Меликов поблагодарил муфтия Дагестана за создание такой общественной территории. Хотел бы огромное спасибо сказать, вот прям искреннее спасибо сказать муфтияту Дагестана. Вот там четко видна целенаправленная работа по осуществлению масштабной общественной территории в районе духовно-просветительского центра имени пророка Иссы. Я просто уверен, что эта работа будет завершена.